Jaya Vishnu Padma Hamsa Prihiranjan Kacharya Shutra Shutra Shishya Matyanti Goswami Shiva Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaja Prabhupada Kijaya Ananta Koti Vaishnava Rinda Kijaya Namacharya Shiva Haridas Thakur Kijaya Prem Seka Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shiva Vaita Vadadhara Shiva Sari Gaura Bhakta Prenda Kijaya Shishi Radha Krishna Gopa Gopina Shiva Kundarada Kuntagiri Govardhana Kijaya Shri Vrindavan Maskuradhama Kijaya Shima Yagurna Madhipadama Kijaya Shri Guru Shatram Kshatra Vrindanatka Puri Nama Kijaya Shri Shri Jaganatha Babadev Supadra Maharami Kijaya Shri Shri Ganga Mahima Maya Kijaya Bhakti Dei Tulasi Maharami Kijaya Shri Harinama Sankirtana Kijaya Sankirtana Yagya Kijaya Shri Padpuridana Publикация Распространения Трансцендентной Книги Шрила Прабхупады Кийджа Трансцендентное Распространение Шиши Бхагавата Прасада Кийджа Самавита Бхакта Бринда Кийджа Гору Премана Слава всем собравшим Бхагаватюттамашлоке, Бхактир-бхавачинаштики, Бхактир-бхавачинаштики. Мы сегодня читаем Шримад-Бхагаватам. Продолжаем читать молитву царицы Кунти. Вчера мы прочитали текст 19, в котором царица Кунти говорила о непостижимости Кришны, о том, что он скрыт завесой йога майи. Даже взором своих чистых, преданных в духовном мире, иногда он предстает в самых необычных образах и преданные в силу этой божественной иллюзии йога майи считает его своим сыном, своим возлюбленным, другом, господином, пастухом, смотрит на него корова. И та же самая энергия в образе Маха Майи скрывает его от взоров невежественных людей. И Шри Закунти сравнивал его Кришну в прошлом стихе с актером, который точно так же, как есть актеры, трансформаторы, что называют, они выходят на сцену в самых разных обличьях, могут подражать голосам и повадкам, походкам разных людей. И когда они предстают перед нами в новом обличье, очень сложно узнать их и легко узнать, кого они постараются изобразить. И точно так же Кришна, изначально актер. У Кришны есть 4 различных, можно сказать, грани личности во Вриндаване и вообще в его Кришна, в его лирах на поверхности Земли он предстает в 4 разных образах или таких как бы устойчивых
целостных типа характера, можно сказать. Его зовут Дира Лалита, Дира Прашанта, Дира Дата, Дира Дата. Он может быть очень величественным, героическим, великодушным, щедрым и прекрасного облика, настоящим героем. Или может быть очень непоседливым, ироническим, хитроумным и веселым повесой Дира Лалита. Или может быть Дира Прашантой, безмятежным, умиротворенным, спокойным, очень сострадательным и терпеливым. Или Дира Дата означает, что он очень ехидный, саркастический и не скупящийся на какие-то бранные слова в адрес тех, кого он, кто ему не нравится, и таким он пристает по отношению к демонам. Эти четыре грани умещаются в Кришне одновременно. И одна из них, Дира Лалита, означает, что он также очень любит одеваться, всегда одевается со вкусом, стильно. Кришна очень стильный. Чтобы посмотреть на любое изображение Кришны, как там, например. Кришна одет очень стильно. На исправление его духовной энергии, которая проявляет красоту его личности с каждым мгновением все ярче и ярче. И между его преданными и им самим в духовном мире вечно существует трансцендентное соревнование. Преданные наряжаются для Кришны, чтобы порадовать его. И Кришна становится еще красивее части, которые доставляют ему его преданные. И тем больше радует их. Они становятся от этого счастья еще красивее. Радует Кришна еще больше, между ними возникает такое трансцендентное состязание, которому нет конца и края, и каждый в этом состязании оказывается одновременно победителем и убежденным. Каждый очень рад этому. И вот царица Кунти говорила, разумеется, она говорит здесь не его, в основном не о трансцендентных играх Кришны, а его проявлении материальными, «Игнаты, нати, даруя, тха». Она говорит, ты пристаешь здесь в образе моего племянника, точно так же, как ты пристаешь в образе моего друга, моего сына Арджуны. Их дружба была настолько тесной между Арджуной и Кришной, что фактически они были как одна душа в двух телах. Настоящая дружба – это когда у друзей один ум на двоих, как бы они думают одинаково, смотрят на вещи одинаково, и они очень хорошо и близко понимают друг друга. И поэтому могут жить интересами друг друга, и поэтому могут также помогать друг другу в трудных минутах, даже если друг говорит резкие слова. Но если он настоящий друг и доказал это делами, а не словами до этого, тогда его или ее слова не ранят, а напротив, просветляют, открывают глаза и оставляют сердце лишь благодарности. И вот такими друзьями были Кришна с Арджуной. Арджуна время от времени потронивал над Кришной, потому что он называл его Васудева. И Васудева означает сын Васудевы. Васудева, хотя он был братом Кунти, но он был таким кшатрием как бы по имени только. Он был, конечно же, кшатрием, был царем, но его доблесть особенно не запечатлелась нигде в каких-то аналах истории. Что запечатлелось его умение как кшатри, умение вести дипломатические переговоры с кшатри, он сумел убедить его аргументами, что нужно отпустить, не убивать деваки. И поэтому, когда Кришна, Арджуна называл Кришну Васудева, он подтрунивал над его происхождением слегка. Он говорит, ну, конечно, вы родственники, но ты, кшатри, тоже такой же, как твой отец. Очень ловкий, очень искусный политик, дипломат, но в ратных подвигах не всегда мы видим тебя. Конечно, Кришна не такой, и когда они сражались с Арджуной, у них в резиденте время возникали не вызванные никак вот этими словами Арджуны, он их не провоцировал этими словами на схватку, но они все время, как настоящие кшатри, как браманы сидят, обсуждают философию, соревнуются, кто кому что докажет, или как вайши придумывают различные схема обогащения бизнес-проектов, и из них тот оказывается наилучшим, кто сумел за короткий срок умножить свой капитал в большее число раз и получить максимальную прибыль, да, с минимальными затратами. Точно так же кшатри состязаются друг с другом в обратном поединке, им нравится, замеряются силами. Даже если они после таких поединков синяками выходят и шишками, они очень счастливы, и дружба становится еще прощеннее после этого. Я знал таких преданных, которые ну, что, пойдем? Друг с другом общались. Прити лакшин. Любовный обмен такого рода. И оставались друзьями всегда, кто бы там ни побеждал. И вот Арджуна с Кришной нерегулярно устраивали такие потасовки друг с другом. Причем делали это на глазах у Кунти Деви. Кунти Деви всегда переживала за них. Она не знала, за кого болеть, потому что она была одновременно привязана к Арджуне и Кришне.
поэтому, чтобы не слишком раздваиваться между ними, они обоих, она обоих называла одинаковым именем. Каким? Кришна. Кришна. И того и Кришна называла, и того и другого Кришна. И вы Кришна. Идете на обед. Потому что Тиана подчеркивал близость своего сына Арджуны к Кришне, что они были как одна душа в двух телах. И когда Кришна с Арджуной устраивали такие поединки на глазах Кунти Деви, то кто побеждал обычно? Мы знаем, что принцип такой, что преданный всегда побеждает Бога. Да? Преданный всегда своей силой, своей преданностью, своим желанием всегда держит верх над преданным, над Господом. У Господа есть две энергии или два качества характера – сванишка и бхактанишка. Сванишка означает, что он всегда осуществляет свои желания. Бхактанишка означает, что он также всегда осуществляет желания преданных. Когда конфликт между двумя желаниями возникает, Кришна хочет одного, а преданный другого, что оказывается, содерживает верх? Какое желание? Преданного. Правильно, да, преданного. Поэтому, когда Арджуна с Кришной сражались на глазах у Кунти Деви, кто побеждал? Арджуна? Почему Кришна? Хотел, чтобы он победил. Арджуна очень хотел прославить Кришну как величайшего кшатрия. Он потрунивал над ним, конечно, но он очень хотел, чтобы Кришна был высшим кшатрием. И поэтому, как бы тяжело ни сражался изо всех сил Арджуна, Кришна всегда держит победу над ним. Поддаваясь Арджуне, одержал над ним победу. Кунти Деви говорил, что ты играешь роль сына, племянника моего, принца, друга, возлюбленного и мужа, тех женщин, с которыми ты живешь, двараки. Но все это лишь роли. Надо на тебе дорогу. А все эти роли ты играешь безупречно, совершенно образом. Иногда Кришна даже расходится в множество форм одновременно, чтобы играть разные роли с разными преданными, как это было с его свадебными церемониями, со всеми 16 108 царевнами. Он не женился одновременно со всеми ними. Но по правилам ведических церемоний бракосочетания необходимо, чтобы жених и невеста они одновременно присутствовали. И церемонии проходили по отношению к ним в индивидуальном порядке. Поскольку было очень благоприятное время, кто-то может сказать, да почему последовательно не провел эту церемонию? 16 000. Ну, во-первых, времени было очень много занято. Представьте себе, на одну церемонию, если в экспресс-формате проводить ее, это будет час. Хотя за час вряд ли кто-то что-то сможет толковое провести по ведическим. Там только костер разгорится за час. Ну, так что, если час, 16 108 часов, это очень много суток. Примерно где-то 800 или 900, 800 или 700 примерно. Получается, дней, два года, непрерывно, жениться можно. Но еще к тому же был благоприятный момент, особо благоприятный момент для свадеб. Есть такие благоприятные моменты в календаре ведическом, например, Акшая Третья. И стараются заключать браки в этот день Акшая Третья. То есть то начинание, которое в этот день осуществляется, начинается в этот день, тогда оно приносит результаты и становится долговременным. То есть долговременные хорошие результаты. Поэтому да, они дождались какого-то особого дня, особой титхи, благоприятной, самой благоприятной для всех церемонии свадьбы, бракосочетания. Провели жертвоприношение одновременно в этот же день со всеми царевнами. 16 108 кунд, или очагов жертвоприношения, 16 108 царевен, каждый сидел в своей кунде. Еще одна причина, по которой Кришна делал это массово, это очень неприятно было для царевен. Представляете, 16 108 невеста и один жених. Уже это является оскорблением невесты, в ее лучших чувствах они были бы обижены. Поэтому 16 108 кунд, и Кришна сидел у каждой из них отдельно. И каждому, поскольку все царицы отличались разным характером у Кришны, а также какая-то особая грань характера проявлялась по отношению к каждой из них. Он подстраивался под идеальное психологическое дополнение для каждой из них. И еще очень важная деталь ведических свадебных церемоний. Должны отец и мать со каждой стороны, со стороны жениха и со стороны невесты присутствовать. Тоже была проблема. Деваки и Васудевы были одни. И кому им нужно было пройти, какому из Кришн? И Кришна очень просто решил эту проблему. Он также разделил их на 16 108 форм. И каждый из них, из этих пар, Деваки и Васудевы, сидели на жертвоприношении с Кришной. Поэтому царица Кунти говорит, надо на тебя дарует, хотя ты один Господь, находящийся за весом этой йога-майи, иллюзорной энергии, но ты не подвластный восприятию наших чувств,
непостижимой и не подвластной каким-либо материальным влиянием. Кто-то может подумать, что сам факт того, что Кришна женился на 16 тысяч и стал всей царей, означает, что он был очень привязан к обществу женщин. Было очень много вожделения. Прабхупада в одной из лекций говорит, вы женитесь на одной женщине или на кто-то, на двух. Это означает, что у вас много вожделения. Почему вы отказываетесь от этого права Кришны? Кришна самый любвеобильный. Поэтому никаких проблем для него нет. У нас проблем возникает, не у него. Но на самом деле, когда он уже женился и жил со всеми этими 16108 царевнами, которые были олицетворением женской красоты, и там говорится в Шивабхагаватам, в 11 главе первой песни, что те взгляды, которые они бросали на Кришну, могли пленить даже Господа Шиву. Хотя он является самым стойким всех, Господь Шива. Даже самого Бога любви. Взгляды, которые бросали царицы из-под своих бровей, которые были похожи на луки, изогнутые брови, очень красивые, и их взгляды были похожи на стрелы. И эти стрелы царицы пускали в Кришну искоса, что еще более опасно. И смотрели очень застенчивым взглядом, что умножает многократно силу этих взглядов. Вот они смотрели застенчиво своими лукоподобными бровями и глазами прекрасными на Кришну, с уголками глаз застенчиво улыбались. И в этом стихе говорилось, что эти взгляды были настолько пленительны, что могли даже Бога любви заставить бросить свой лук в отчаянии и в досаде. Потому что он в этот момент понимал, что проиграл по всем параметрам это упражнение в стрельбе с царицами. Но на Кришну они ни ровным счетом никакого влияния не оказывали, эти взгляды. Он вел себя как очень привязанный к нему, но абсолютно был абсолютно неподвластен. Поэтому каждое утро, когда звучал будильник в виде петухов, у Кришны были будильники там тоже, петухи, они всегда, не эти наши калиюжные петухи, которые начинают первый раз кукарекать уже где-то часам 10, но настоящие петухи ведические, которые пробуждали всех своими криками во время Мудпраха Мухурты, то как ни проклинали эти царицы петухов, Кришна вставал, совершал неимоверно, намывал руки, ноги, ополаскивал лицо и рот, и садился, завернувшись на китку, садиться, медитируя по абсолютно истину, то есть на себя. Занимался духовной практикой, также показывая всем пример, что как бы неприятные были женские чары, как неприятный был домашний очаг, необходимо всегда помнить о духовной цели, особенно мужчине, главе семейства, потому что именно от его духовной силы зависит благополучие и сосредоточенность на духовной всей семьи. Разумеется, в вайшнавских семьях муж и жена могут играть эту роль духовных лидеров одновременно или попеременно, что тоже бывает иногда. Но так или иначе, в ведическом обществе на муже лежала эта ответственность. Быть не привязанным к семье ровно настолько, насколько это необходимо было для совершения своего долга, духовного долга по отношению к высшей цели жизни. И вот поэтому в Бхагаватам говорится «Иша, итак, ишана мышася, аркетистхо, питат, бунар, налыпят, это даст мусхар». Ятах атма тадашуя, это тадашуя. В этом стихе говорится, что такова могу, такого могущества, это Ишана Мишасья, это Иша, то есть Верховный Господь, Повелитель. Его имя, имя Иша берется от санскритского глагола Иш, что означает повелевать. Поэтому Иша или Ишвара означает тот, кто повелевает. И здесь говорится, вот это буквально власть, повелительная сила Господа. Это Ишана, вот эта Ишана, способность повелевать Ишася, Господа Кришны, заключается в том, что даже если находится в самой гуще материальной природы, в самом центре, даже если, казалось бы, он целиком находится под ее влиянием, или есть все предпосылки к тому, чтобы Кришна оказался под влиянием материальной природы, и не могло ничего сравниться с силой влияния на него, на кого бы то ни было на его месте, в Двараке, ситуация в Двараке с царицами, но Господь был совершенно не привязан. Этот Ишина Мишася практически и так он налипит, он не буквально к нему не прилипает материальной природы. Поэтому он сравнится с лотосом. Как лотос находится в воде, и на него не влияет капли воды, он никогда не смачивается. Точно так же всегда остается чистым, хотя бы называют панкаджа. Панкаджа означает рожденный в грязи, из грязи. Это самая прекрасная вещь на свете лотос. Когда он проклевывается из грязи, открывается, он оказывается абсолютно чистым, безупречно чистым. Прибываясь этой мутной какой-то жижи со дна водоема, открывается абсолютно чистый цветок. Это контраст между чистотой и тем, в чем находится лотос, является удивительным зрелищем. Поэтому Кришна называет панкаджи, он как бы проявляется в самом, можно сказать, в самой гуще материальной природы, но при этом никогда не оказывается связанным с ней или подчиненным ей каким-то образом.
Даже его лотосные стопы не касаются земли, как правило, кроме вот, того случая, когда он находится во Вриндаване, или в Двараке, или в Хастинапуре. Но вообще Господь Вишну не касается своими стопами земли, ему нужно усилия приложить, чтобы прикоснуться. И он остается в центре, оставаясь в центре материальной энергии, казалось бы, в центре материального окружения, никогда не связывается. Единственное, что связывало его общение с его царицами, это их беспримесная любовь. И в ответ на эту любовь он вел себя безупречно, как муж, как отец детей, как воин, как друг, советчик и так далее. И в этом же стихе говорится так: поэтому тот, кто принимает прибежище у лотосных стоп Господа Кришны, также может быть абсолютно неподвластен, абсолютно не медицинский термин, может иметь полностью абсолютный иммунитет по отношению к материальной природе. Оставаясь у лотосных стоп Господа Кришны, такой человек выходит из-за влияния, из-под влияния материальной природы. И вот о таком Кришне царица Кунти говорит здесь, Натанати Дарвай Дхам, он как некий актер на сцене. И сейчас мы прочитаем текст, который хотели прочитать сегодня, обсудить. Текст 20. Tata paramahamsanam muninam amulatmanam bhakti yoga vidhanartam katham pashi mahistriyaha tatha paramahamsanam совершенным трансценденталистом, мунинам, великим философом или спекулятивным мыслителем, амалаатманам, тем, чьи умы способны отличать дух от материи, бхакти-йога, наука преданного служения, видхана-артам, для выполнения. Катхан, как пашьема, могут изучить. Хи, определенно. Стрияха, женщины. Перевод Шрилы Прабхупады. Ты не сходишь сам, чтобы донести трансцендентную науку преданного служения до сердец возвышенных трансценденталистов и спекулятивных мыслителей, которые очистились, научившись отличать дух от материи. Что же тогда должны делать мы, женщины, чтобы в совершенстве познать тебя? Шрила Прабхупада комментирует этот текст. Даже величайшим спекулятивным философом сокрыта врата в царство Господа. У Панишада говорится, что верховная истина, абсолютная личность Бога, находится за пределами умственных возможностей даже самого великого из философов. Познать его не помогут ни великий ум, ни эрудиция. На это способен только тот, на кого не зашла его милость. Другие могут размышлять о нем многие годы, но он так и останется тайной. Царица, которая играет здесь роль наивной женщины, подтверждает это. В отличие от философов, женщины, как правило, не способны к размышлению. Ну, здесь не совсем правильный перевод в английском варианте, если смотреть точно, что имеется в виду. На всякий случай. Смотрите, это и дыхание. Ждут решения своей судьбы. Здесь Шрила Прабхупада говорит, что женщины, как правило, не способны отдаваться таким умствам, как философы. Вот об этом речи нет. Они очень практичные люди. В отличие от мужчин, которые отдаются. Здесь история есть такая, она немножко... Давайте я потом расскажу. Поэтому женщины, как правило, не могут, не способны к таким философствованиям, но они получают благословение Господа, так как могут сразу уверовать в превосходство и всемогущество Господа и безоговорочно склониться перед Ним. Как только Господь настолько добр, что оказывает особую милость не только великим философам, Он знает, насколько искренен человек в своих стремлениях. Именно по этой причине любая религиозная церемония обычно собирает много женщин.
каждой стране, в любой религиозной организации, женщины проявляют больше интерес к религии, чем мужчины. Такое простодушное признание, власти Господа более действенно, чем показной и неискренний религиозный пыл. Та прамахамсана мунинама малатманам бхакти йога видханартам катам паши махистриха. Ты не сходишь сам для того, чтобы донести трансцендентную науку преданного служения до сердец возвышенных трансценденталистов и спекулятивных мыслителей, которые очистились, научившись отличать дух от материи. Что же тогда должны делать мы, женщины, чтобы совершенство познать тебя? Ома гьяна тинранда ся гьянанджана шалакамичак шурам витам янатасма шри гурдайнама. Шитани ману вишнам стакетан гена бутам и своим гуру багатану гьян дудати свападантикам. Ванды хам шри гуру шри дупада камалам шри гуру вайшнам шча. Шри рупам сабраджа там сахагана рагунатан витам там сэджихинам. Садхай там сабаду там бариджана сахитам кришна чайтан надеину. Shirada Krishna Padam Sahadanamalita Sri Vishakhanvitam Shcha Te Krishna Karuna Singha Dhinamadho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpataru Vyashcha Krupa Sindhu Vyayavacha Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastani Vrata Bharata Vrata Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Yama Om Vishnu Padaya Krishna Krishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Deva Gurabhana Pracharine Нирвишеша шамьявади пашчатареша тайне мукам каруте бачамам пунгома гаяте гирим. Яткрипадамахам ванде шри гуру минатаранам. В этом стихе Кунти Деви продолжает выражать свое глубокое смирение, обращаясь к Господу Кришне с этой молитвой. Как мы сказали вчера, такое смирение является одним из главных качеств вайшнава, качество, которое соответствует духу их отношения с Господом Кришной. Господь Кришна, повелитель или господин, и преданный смиренный слуга, то все в умонастроении преданного, его слова, его поступки, его мысли, его облик, жесты должны выражать и смирение, и смиренное почтение Господу. Вообще, если мы ведем речь о личности, которая абсолютно никак не связана какими-либо обязательствами, не имеет никаких интересов, которые мы могли бы осуществить, ни от кого, ни в чем не зависит, то смиренное положение по отношению к личности оказывается единственно разумным. Единственно разумной линией поведения. Вы не можете ничего предложить в обмен, какой-то бартер устроить. Вы не можете как-то заинтересовать его чем-либо. Вы не можете нажать на какие-то рычаги или кнопки, чтобы заставить его вести себя так, как вам удобно. Поэтому единственное, что можно делать, общаясь с такими абсолютно совершенными и свободными людьми, это вести себя очень смиренно, ожидая, когда они сами собой говорят, сделать то, что собой говорят. И точно так же Кришне очень нравится общаться с свободными людьми. Не с теми, которые привязаны к общению с ним или к служению ему по каким-то собственным корыстным мотивам. Не с теми, кто таким образом ставит эти корыстные мотивы выше служения ему. Потому что если бы не было этого условия, чтобы служить ему, может быть, они просто бы получали эти мотивы и осуществляли их, даже не прибегая к бхакти. Если можно было спастись от материальных страданий, просто не служа Кришне, то многие из людей, поклоняющиеся ему, так, наверное, и делали. Поэтому Кришна не убеждает и не вдохновляет такого рода отношения к нему. Ему нравится общаться с абсолютно свободными людьми, которые ни с чем не связаны. Я слышал одно очень хорошее определение, мне очень понравилось, идеальной семейной жизни. Или идеального супруга, или супруги. Я летел в самолете, в бортовые журналы. Я сейчас не помню, каким рейсом, но... Пожалуй, единственная мудрая мысль, которую я все это время прочитал в таких журналах. И там было написано, что цитата какого-то философа, который сказал, что идеальный муж или идеальная жена, идеальный супруг или супруга – это тот или та, кто мог бы быть абсолютно счастливым с кем угодно в этом мире и где угодно, но выбрали меня. Очень глубокое понимание. Означает, что такого человека ко мне ничто не привязывает, кроме одного – чего?
меня. Ничего другого, что у меня есть и чего у меня нет, что я могу и чего я не могу, какое или какое я не, ничто не интересует в них, их во мне, кроме меня самого. Это означает, что объектом их чувств является я сам, являюсь я сам, и не то иное, ни деньги, ни положение, ни богатство, ни слава, ни какие-то перспективы в будущем. И Кришне нравится общаться с такими освобожденными душами, которые служение ему ничего не ожидают, кроме одного – служения. Однажды Шрила Прабхупада спросили, а чего вы хотите достичь, повторяя Махамантру Харе Кришна? Снова и снова и снова. Он говорит, одной вещи, мы хотим больше повторять Махамантру. Это единственная цель. Ничего другого мы не хотим. Это называется чистый мотив служения. То есть мы вчера об этом говорили, что и сегодня утром мы говорили о том, что чистый мотив служения означает, что преданный поклоняется Кришне ради одного, чтобы доставить ему удовольствие. И ничего другого ему не интересует. Даже то, доставит ли ему Кришна в ответ удовольствие или нет. Потому что он уже доволен. И точно так же, как Кришна самодостаточен, таким же самодостаточным является преданный. И Кришне нравится общаться с такими освобожденными душами. Нараяна Параяна. Судурлаба Прашанта Дмаку Тьешупи Махамуне, который абсолютно не привязан к материальным целям и даже в служении ему не преследует никаких личных духовных целей, кроме одной, удовлетворения ему. И царь Зеконти здесь, как мы сказали, выражает смирение, которое является необходимым элементом умонастроения таких великих преданных. Оно особенно ярко проявляется в умонастроении Парамахамс, великих Бхагавад, великих вайшнавов, которые уже общаются с Кришной непосредственно. Но каждое их слово, и каждый их шаг, и движение мысли, что вызывает Кришне еще больше милости по отношению к ним. Они знали этот секрет. Они не притворяются смиренными, но их душа естественным образом смиренна, потому что это смирение души у великих вайшнавов является естественно необходимым компонентом их глубоких и близких отношений с Кришной. Как, например, если кто-нибудь, у кого-нибудь день рождения, вот увидел там у вас в коридоре список на дни рождения, там, похоже, на год вперед вешают списки, потому что там сейчас июль. То есть на будущий июль уже повешены списки днем рождения. Но если кто-то, например, год дня рождения, и мы прославляем этого вайшнава или вайшнави, называем их, говорим о них и всем остальным об их замечательных качествах, то заметьте, как интересно происходит. Чем больше мы прославляем такого преданного, и чем больше он смущается нашим прославлением, чем искренне он стесняется того, что слышит свой адрес, и чем больше он говорит, все, не нужно, пожалуйста, больше ничего обо мне говорить, тем больше нам хочется говорить о нем и его качествах и славе, верно? Естественно, образом происходит. Его смирение превращается в наше прилив чувств, прилив милости, прилив привязанности. И наоборот, если человек говорит, да-да, спасибо большое, ты что скажешь обо мне, а ты действительно очень хорошо мне прославлен. И сразу у нас опадет желание что-либо говорить о нем. То есть это секрет, можно там преданным, которые не хотят, чтобы вас прославляли, вот можно так делать. Вас точно не будут прославлять уже никогда больше. Может, и общаться тоже перестанут. И точно так же, когда такие великие вайшнавы, как Кришнадас Кавираж Госвами, говорят, что я хуже червя в испражнениях, и каждый, кто повторяет мое имя, теряю все свои благочестивые поступки, и я хуже всех, хуже джагаев, мангаев, вместе взятых все во Вселенной. Он не делает этого для какого-то кокетства и какого-то показного вайшнавского смирения. Когда мы говорим такие правильные слова, но внутри мы не считаем так. Мы говорим, я очень падший, но мы думаем, поскольку я так о себе говорю, то я очень возвышенный. И поэтому очень падший на самом деле, поскольку мы так говорим. У нас на языке одно, а у меня другое. Поэтому лучше не говорить, лучше думать так о себе постоянно. Никогда не считать, что мы чего-то заслужим, и что мы вправе чего-то от кого-то ожидать. Вот это настоящее смирение, так сказать, в практике. На практике, когда мы общаемся с преданными, не считать, что мы чего-то заслуживаем, и что мы можем от кого-то что-то ожидать, и что мы вправе от кого-то что-то ожидать. И поэтому молитва Царя Зеконти здесь пропитана таким глубоким смирением, который в точности соответствует желанию Кришны доставлять, соответствует желанию Кришны и его природе доставлять удовольствие своим преданным. Преданный сам не стремится к своей славе, и это отсутствие стремления к собственной славе у преданного идеально соответствует особому качеству Кришны. У них, как знаете, ключ, замочный ключ, бороздки и эти вот выступы в замке, или как, не знаю, как, что еще, какой пример привести. Они идеально соответствуют друг другу, эти качества Кришны, качества преданного. Преданный не хочет никакой славы себе, а у Кришны особые качества.
это качество описано в Шримад-Бхагаватам, оно называется Бхактанам Манавардхана. Это тот, кто живет ради того, чтобы прославлять своих преданных, увеличивать их славу. Кришне это нравится гораздо больше, чем себе самого прославлять. Поэтому, когда Мадхавендра Пури, например, эта история рассказывает читание Чаритамрити, пришел в Римуну, и когда он увидел, как предлагают Господу Кришне на алтаре эти горшочки со сладким рисом, он так захотел приготовить такой же сладкий рис своему божеству Гопалу на Говардане, охладить его как можно больше и предложить этот холодный сладкий рис Господу в самый жаркий день. Мы сегодня сели после жаркой прогулки по пастбищу, там, безводно. Я понял, почему это слово. Это место безводное называют. И мы пришли там точно себе, как Говардан, летом. Вот эти коровы, окруженные такими сухолистыми деревьями, трава выжжена вокруг, коровы очень счастливые. Мне напомнил сразу Говардан, а холма не было видно там. Все остальное точно соответствует атмосфере, это сухость воздуха, и коровы, и облик, и какая-то особая благость в воздухе. И когда мы сели в машину, мы включили кондиционер, то я почувствовал огромное счастье. Вот это вот статус струи свежего воздуха. И точно так же Мадхавендра Пури, он жил не собственным счастьем, он очень хотел порадовать Кришну, своего божества Гопалу, предложив ему холодный сладкий рис в самый жаркий день на Говардане. И когда он появилось такое желание у него, он подумал, дай-ка я попробую, может быть, попрошу поджарить, чтобы он дал попробовать мне сладкий рис, чтобы я мог его приготовить таким же и предложить. Как-то особым образом развалит этот рис, он становится буквально растворенным в молоке. Или это сгущенное молоко, вообще там будут разные рецепты. Но как только эта мысль проникла в сознание Мадхавендры Пури, и она была вызвана чистым желанием служить Кришне, он сразу стал стыдно ему за эту мысль. Он сразу почувствовал стыд, потому что он решил попробовать сладкий рис до того, как он был предложен Кришне. И он стал себя немедленно корить и стыдить за эту мысль, вынул себя из храма. И сел в очень удаленный угол по рыночной площади, чтобы просто не показываться на глаза таким оскорбителем, как он себя считал, осмелившимся подумать о том, что попробовать сладкий рис, прежде чем его предложили божествам. В сознании Кришны такое отношение к божествам является, в сознании преданного такое отношение к божествам является столько неприятным, столько отвратительным, что преданный начинает себя самому ненавидеть за такую мысль. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, когда он взял одну мангу у своего отца, Бхактисиддханта Тхакура, который был куплен для божества, и попробовал маленький мальчик, ему было 5 лет. И как только ему отец сказал, так слегка его прикнул, что ты сделал, он был очень мягким человеком, Бхактисиддханта Тхакура. Он стал его ругать, ставить в угол, он сказал, что ты сделал, ты же как Кришна. Мы еще не предложили Кришне. То в этом сочном сознании Парамахамсы, 5-летний мальчик от Бимала Прасады, он проникся таким отвращением к своему желанию пробовать что-то ради перед Кришной, в частности манго, что он решил с того момента никогда в жизни не пробовать манго. Не есть манго и не ел до конца своих дней. Когда ему предлагали самые скучные манго, он говорил очень смиренно, опустив голову, говорит, я оскорбитель, не могу манго есть. И вот Мадхавендра Пури так отнесся к своему желанию, сел в очень удаленный угол рыночной площади и стал повторять эти имена, чтобы как-то искупить свои оскорбления. И когда преданные совершали оскорбления, например, сева парадхи, когда нет никаких способов по-другому искупить их, они просто повторяют эти имена. Самый лучший способ искупить оскорбление по отношению к божествам, при условии, что мы не используем это как метод восполнять сознательные недостатки в нашем поклонении. То есть что-то, что мы случайно сделали неправильно, мы можем пытаться это имена и просить у Кришны прощения, он простит. Как-то раз уже поклонялся божествам, шла грамма Шива, мы очень нужно осторожно обращаться, очень благоговейно, с большим почтением, очень много строгих правил, касающихся поклонения шла грамма Шива. И он один раз упал со стола на каменный пол, и я был так сильно испуган этим, и так сильно огорчен. Я не знал, что делать, я думал, какие нужны тебе налагать, нужно поститься несколько дней, что-то нужно делать, опишеку предложить ему из 108 ингредиентов. Я подошел к министру, когда мне был там, Нарасим Хакавачи пробовал, и спросил у него, что мне делать. Он сказал, просто скажи извини, пожалуйста, Кришна, как получилось. Может, лично все поймет. Должно быть искренне, должно быть твердо намерение никогда больше не пускать таких промашек. И вот когда Пури сел в этом дальнем углу и стал повторять мантру, это именно когда Пуджари этого храма Гопинатхи лег спать, то во сне ему оселился Господь и сказал ему, ты знаешь, дорогой Пуджари, сейчас не спать не время, ты просто пробудись,
И загляни ко мне в алтарную комнату. Там я специально для моего великого преданного Мадхавенды Пури, который очень хотел попробовать сладкий рис. Я спрятал для него. Я украл, сказал Кришна. Хотя в образе Гопинатхи как бы ему не положено красть сладкий рис. У него другие игры в этом образе. Гопинатха. Там как красть, там совсем... Ну, он одежду гопи принять, там сладкий рис воровать. Это как бы уже детские игры для него в этом. В этой форме он ради своего великого преданного, Господь Гопинатха украл горшочек с сладким рисом, вспомнив молодость. Он украл горшочек с сладким рисом, поставил его за занавеску в специальном алтарной комнате и сказал: «Пуджари, ты, пожалуйста, пробудись, возьми горшочек с сладким рисом, который я специально для моего великого преданного украл, спрятал, и принеси ему, он там сидит на базаре. Найди его и скажи, что ты ему передал». И сидел Махендра Пури, стрел мантру, в раскаянии, глубоком отвращении к себе за то, что он так себя повел, и вдруг он слышит: «Эй, где этот великий удачник Махендра Пури? Кто он?» Для него Господь Гопинатха особую вещь передал. «Пожалуйста, выходи». И он не мог сдержаться, потому что, хотя он не хотел выходить, такие призывы, что великий дед, великий преданный Махендра Пури, но, тем не менее, желание получить милость Господа перевесило, и Махендра Пури вышел из своего укрытия, и Брахман вручил ему горшочек с сладким рисом и сказал, что произошло. Господь лично брал этот горшочек для него, откликаясь на его желание, ради служения ему же в другой форме, приготовить такой же рис. И Махендра Пури великом экстазе съел этот рис, потом, что он сделал дальше, он взял горшочек из обожженной глины, и по маленькому кусочку съедал этот горшок для него. И первый, и второй были совершенно знакомы на вкус. Что сладкий рис, то горшок, потому что это и другое лично были даны ему. То есть Господь лично рукой своей прикоснулся к тому и другому для него. И что получилось дальше? Когда это произошло, то все преданные вокруг, все люди стали прославлять Махендра Пури. Потому что Господь лично делает что-то для твоих великих преданных очень-очень редко. И что он специально для него украл горшок с рисом, стал в глазах этих людей признаком величайшего положения, духовного положения этого преданного. Поэтому они стали говорить о нем, Махендра Пури, как положено всем таким великим вайшнавам, силой великого смирения, они стал бежать из этого места, чтобы его не прославляли, не слышали прославление свой адрес. Как читание Чаритамрити говорится: «Когда же я перестану слушать яд твоих прославлений, начну пить нектар твоих наставлений». И он бежал из этого места, и побежал в Пури, ему довольно далеко от Пури, там несколько десятков километров. Но когда он бежал к Пури, чтобы принести Господу Гопалу сандаловую пасту, сандаловое дерево и камфу, ради чего он, собственно, отправился в этот путь, чтобы как-то его защитить от палящего зноя, то слава бежала впереди него. Когда он прибегал в какое-то новое место, уже по какому-то неизвестному науке способу, каналу информации, передачи, уже все люди знали о том, кто бежит. Они говорят: вот тот самый Махендра Пури бежит, для которого Господь украл сладкий рис. И слава его, как Шрила Прабхупада говорит в комментарии, бежала впереди него. Так делает Кришна. Он, хотя вайшнав, старается ничем не привлекать себе внимания и никак не показывать свое величие, Господь устраивает все так, что такие самые смиренные преданные всегда оказываются самыми прославленными и замечают больше всего. Когда он прибежал в Пури, то все уже были готовы. Царь Пури был готов дать ему то, что он хотел принести из Пури, драгоценное сандаловое дерево, которое было очень дорогим, и для вывоза которого требовалось особое разрешение царя и камфора. Ему дали то и другое в большом количестве, и дали специальные верительные грамоты, чтобы он мог на обратном пути пересекать все границы беспрепятственно. И история дальше продолжается. Но это история, которую Господь Читания и Господь Нитянанда с огромным удовольствием, извините, рассказывает друг другу, рассказывает другим преданным. Она способна, как она говорится, каждый услышит эту историю про Махендра Пури, также развеет себе особую чистую любовь к Кришне. Поздравляю вас. И это мы рассказали как иллюстрация того, что Кришна всегда ходит прославить своих преданных, поэтому называют Бхакта Анам Ману Варданам, тот, кто всегда прославляет своих преданных, наслаждается их славой и прославлением выхода из больше, чем своей собственной. Царица Кунти в этом стихе выставляет себя очень смиренной и невежественной женщиной, говорит, что она задает вопрос в самом конце: как же, что же мы можем делать с мы женщиной, чтобы понять себя? Это вопрос риторический. Риторические вопросы не требуют ответа. Что она имеет в виду здесь? Она тебя... Тебе не холодно? Она имеет в виду, что ты доступен только великим Парамахамсам, великим, как она здесь говорит, Татха Парамахамсам. Мунинам Алмалатмам. Только великие души, такие как Парамахамсы, это
личности, которые же утратили различение между какими-либо внешними формами материального мира, как Шукадева Госвами, он не проводил различия между людьми в соответствии с их телами, их социальным положением, богатством, даже полом, когда он бежал из своего дома мимо озера, в котором находились, плескались обнаженные женщины, то он не обратил никакого внимания на них совершенно. И они, видев его красоту, с одной стороны, с другой стороны, абсолютную чистоту и безмятежность, поняли, что этого юношу в полном расцвете сил, абсолютно обнаженного, стесняться не нужно, потому что он чист, как дитя. У него нет ни капли вожделения, ни капли способности отличать какие-то двойственные формы материального мира. Его так и называют в этом стихе Бхагаватам нирвикалпа. Нирвикалпа означает буквально, что такой человек лишен викалпы, лишен способности различать материальные формы. Он, если проводить такой офтальмологический пример, он человек с очень сильной близорукостью, без очков. Все перед ним предстает в форме такого какого-то цветного пятна. Он не видит лиц, не видит. Нужно быть дёптой 15 примерно, 20. Он не видит лиц, не видит каких-то форм, не видит просто слышать звуки, какие-то шевеления теней. Точно так же Шукадева Госвами не видел никаких двойственных форм в этом материальном мире. И женщины заметили это в нем, поэтому не стеснялись его. Но такой парамахамс, такие парамахамсы могут добиться того, что Кришна явится в этот мир ради них, как здесь говорится, бхакти-йога видхана ардхам. Вот ради них парамахамс мунина, очень глубокомысленных людей, которые могут размышлять над любой вещью годами и извлекать из любого простого факта этой жизни, этого мира, самый глубокий вывод. Есть такие муни, как, например, философ Кант, философ, живший в конце 18-го, начале 19 века, который, просто размышляя, приходил к потрясающим по своей глубине выводам о Боге, о нравственности, о способах познания, даже о движении планет этой Вселенной. Просто из простых наблюдений. Называется муни. И знаменитый философ Канада, ведической философии, он просто, наблюдая за своим большим пальцем на ноге, пришел к выводу, что все состоит из атомов. Очень просто. Это муни называется. Или Ньютон, который сидел под деревом, ему упало на голову яблоко. Или рядом упало на стену. И пришел к выводу, существование закона, который до сих пор считается одним из фундаментальных законов мира, это муни. И что для того, чтобы быть муни таким, необходимо уметь отрешаться от внешних каких-то форм, от внешних отношений, от каких-то вот сиюминутных наслаждений или обязанностей, чтобы быть таким глубокомысленным. И амала атма нам означает, что у таких людей не должно быть чувства привязанности в сердце. Они должны быть совершенно свободны от предстрастий, антипатии, от чувства собственничества по отношению к чему-либо, от зависти и гнева. И Кунти Деви говорит, что да, вот эти качества необходимы, чтобы Господь явился и дал эту бхакти-йогу, ради которой он приходит, чтобы дать. Но мы, женщины, прямая противоположность вот этих трех качеств, она говорит. Мы не парамахамсы, потому что нам приходится различать, очень четко различать лица, формы. Почему, как вы думаете, на границе обычно, когда пересекаете границу и паспортный контроль, там обычно женщины сидят? Замечали? По крайней мере, ну, в России и очень во многих других местах, где я был, там обычно сидят женщины. Потому что, согласно объективным научным данным, чувство зрения, чувство у женщин гораздо сильнее и острее, чем у мужчин. Они гораздо точнее различают черты лица и могут, например, увидеть замаскированного там какого-нибудь проходимца. Если ищется паспорт, увидеть, что фотография не похожа, например. Они гораздо более четко работают орган зрения, глаза. И она говорит, что мы не такие парамахамсы, мы не можем закрывать глаза на различия между людьми. Мы не муни, потому что нам приходится думать о домашних делах. Мы не можем отвлеченные мысли, как здесь Прабхупада говорит, не могут философствовать особенно. Потому что они должны заботиться о другом, о гораздо более важных вещах, о сохранности семьи, о получении детей, об их будущем, о малатманом. Поэтому нам приходится проводить различия между моими и чужими детьми, между моими и чужим мужем, между моими интересами и интересами других людей. Каждая женщина печется о своем интересе, ее задача, ее обязанность сохранить и приумножить это богатство, накопить, сохранить и приумножить, или сделать из мужа героя какого-то, который должен быть самым в чем-то хотя бы, в чем-то. Да. Это очень важная функция, необходимая для сохранения семьи. Самому мужчине, особенно в одном городе, были преданного, в котором он был раньше женат, а теперь он не женат. И очень хороший, замечательный дом, очень хороший преданный. Но видно, что поскольку женщина ушла из этого дома, то дом уже сам по себе ему не очень интересен. Это видно по многим вещам. И потому как они
скажем так, разложены в ее доме. Видно, что этой энергии не хватает там теперь. Поэтому Кунтидеви говорит, что ну, мы женщины, мы стрии, мы расширяем поле материального наслаждения. Стрии означает тот, кто расширяет. Поэтому мы не можем быть парамахамсами, не можем быть мыслями, мудрецами. Слово «мудрец» даже невозможно в женском роде применить, как в женском роде «мудрец». Невозможно. Шахматист, шахматистка можно. Математик или... Там тоже не получается. Парикмахер, парикмахерша, продавец, продавщица. Но мудрец не получается. Философ тоже как-то не очень ловко получается. Философес или философини как-то будет. Просто потому, что у них разные функции. Кунти Деви смиренно говорит, да, вот вы такие. И Шрила Прабхупада удивительным образом в своем комментарии, если вы внимательно слушали комментарии, говорят, что именно в этом и самая главная сила. Что эти мужчины, которые гордятся своими глубокими познаниями, способностью отдаваться этим философским спекуляциям, они не могут познать Кришну, потому что они слишком увлечены вот этой способностью своей. Они считают, что могут сами все понять, и сами все разложить по полкам, и сами достичь понимания Кришны. И поэтому Кришна остается вне сферы их постижимости, да, достижения. Кришна невозможно такими самыми глубокомысленными размышлениями возможно поймать в сети своего ума, как говорится в Брахма Самхите. Пантаста, пантасты коти, шатас сам прагами, пантасты коти, ватсара сам прагами, вайора адхапи манасу муни пунгавана. Лучшие муни из всех муни, самые лучшие муни, самые проницательные, глубокомысленные, их называют муни пунгала. Буквально буки среди муни такие, вот, самые серьезные, крупные муни. Даже они, прилагая усилия в течение миллионов лет, пантхасту коти шата ватсара сам прагами вайор адхапи манасу муни пунгавана. Даже прилагая усилия в течение миллионов лет, двигаясь к Кришне со скоростью ума или со скоростью ветра, такие муни в самом лучшем случае, если им повезет, Харе Кришна, если им повезет, могут увидеть сияние кончиков пальцев, кончиков ногтей на пальцах Господа. В самом лучшем случае. Так сияние. Даже не видят ногти. Видят только сияние. Если они будут двигаться к нему собственными усилиями. Ята вачо не вартанте, а прапья манаса саха. В Ведах говорится, это Господь это тот, и вот так определяет, кого не познав, возвращаются обратно, откуда они начались, речь ему. Примените к нему речь, примените к нему, попытайтесь умом и речью познать Господа, описать его. Они вернутся посрамленные обратно, они не могут, не обладают силы схватить его, сфотографировать и как-то описать. Но даже великие муни, напрягая все свои мыслительные способности, не могут понять Господа. Но Кунти Деви говорит здесь, мы не такие, мы не обладаем такими способностями. И хотя вопрос риторический здесь, как мы сказали, что же делать нам, мы не такие. Но на самом деле Кунти Деви, она помимо великой преданной, она еще и великая дипломат. Дипломаты могут говорить вещи, которые имеют множество значений. Они говорят одно, подразумевают другое, делают третье. Знаете, такая шутка про дипломатов. Если дипломат говорит «да», это значит «может быть». Если дипломат говорит «может быть», это значит «нет». Если дипломат говорит «нет», значит он не дипломат. Даже говорится про военных. Если военный говорит «да», значит «да». Если военный говорит «нет», значит «нет». Если военный говорит «может быть», это не военный. И вот Кунти Деви, она помимо того, что она великая преданная, она еще кшатрийского рода, иногда это проглядывается в ее молитвах. И здесь она также саркастически немножко говорит, с иронией говорит об этих мыне. На самом деле она искренне верит, что она не может познать сама она в отношении себя, что ей Кришна недостижим. Но что касается нас, женщин, то она знает, о чем она говорит. То есть эти великие женщины, описанные в 11 главе первой песни Бхагаватам, забравшиеся на крыши дворцов и наблюдавшие за тем, как Кришна входит уже не в Мадхуру, а в Двараку, возвращается в Двараку. И женщина описывает своими простыми словами Кришну так, что даже самые великие браманы, которые там сидели или шли рядом с Кришной и спорили о том, как лучше прославлять его, как не имеющие материальных качеств или как обладающие всеми качествами, они могли решить этот вопрос. Но женщины, добравшись на крыши дворцов и смотревшие, как Кришна входит в Двараку, они этот вопрос решили очень просто. Они просто прославляли его как возлюбленного своего. И их речи, там говорится, сарва-веда манохараха, они были более привлекательны для ума и для сердца, чем даже самые возвышенные гимны из Ведов. Почему?
не потому, что они были великими философами, не потому, что они были муни, не потому, что они были начисто лишены каких-то семейных привязанностей, вовсе не поэтому, потому что в центре их привязанностей, в центре их любви находился Кришна. Они выражали ему свою чистую, искреннюю любовь такими простыми, суматными словами, которые были более привлекательны, более точны, чем даже самые прекрасные книги Веды. И поэтому, слушая такие ироничные и смиренные одновременно слова Кунтидеви, повторяя их и медитируя на них, медитируя на тот факт, что каждый из нас является по своей природе женщиной по отношению к Кришне Пракрити, и поэтому каждый из нас, неважно в каком теле, мужском или женском, или с какой бхавой философа, или просто простого бхакта, простого преданного, или простой преданной, каждый из нас должен развить именно это бескорыстное и очень простое смиренное чувство преклонения перед Кришной, которое никак не пытается опереться на нашу способность понять его. В этом самое лучшее понимание, самое логичное понимание, самый логичный вывод логики. Если собрать всю логику всех муний, всех философов вместе взятых и довести эту логику до самого ее высшего предела, до высшей точки применения, какой окажется логический вывод, самый логичный, самый высший вывод логики по отношению к Кришне? Что понять его невозможно. Это самый логичный вывод. И муни кончают на этом, и теперь не знают, что же делать дальше и куда идти дальше, а женщина начинает с этого. Кунтидеви говорит, мы не можем понять тебя, поэтому просто будем служить тебе, не стараясь понять. И будем любить тебя, не стараясь тебя поработить свою волю. Просто будем делать так, как ты хочешь. И это простодушное, как Прабхупада говорит, признание власти Господа гораздо более действенно, чем показное и неискреннее религиозное пыл, философствование, мудрствование и прочие проявления гордости, присущие больше мужчинам, чем женщинам, как будто это в комментариях Шрилы Прабхупады. Какие-то есть вопросы или дополнения, может быть? Философия была очень возвышенным и авторитетным путем познания абсолютной истины, но очень долгим. История такова. Она про не про ведическую, а про нашу философию. Молодой человек хотел познакомиться с девушкой первый раз, пригласить ее на свидание, но не знал, как это делается, и о чем вообще с ними разговаривать на свидании. И он спросил своего более опытного друга, сказал, что вы делаете на свидании. Эту историю рассказал Маринда Сурова. Чтобы добавить их авторитетности, он закончил университет по отделению философии, доктор философских наук, поэтому он знает, о чем он говорит. И друг ему сказал, ну ты пригласи ее в ресторан или в кафе, и будешь с ней там о чем-нибудь говорить. Если беседа зайдет в тупик, ты говори с ней о еде, потому что девушкам нравится еда. И если это не получится, то разговаривай о семье, потому что семья тоже очень интересная тема для разговоров, о родственниках. А если это тоже не получится, тогда о философии. Вот они пришли в ресторан, и возникла эта неловкая пауза, он сказал, подумал, так, нужно прийти к еде. Скажи, пожалуйста, сказал он девушке, ты любишь спагетти? Она говорит, терпеть не могу спагетти. Тема закрылась на этом. Что же делать дальше? Значит, родственник. Скажи, а у тебя брат есть? Она сказала, нет, брата нет, и не будет. Тоже тема закрылась на этом, он подумал, значит, следующая философия. Последняя надежда. Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, если бы у тебя был брат, он бы любил спагетти? Философия. Абсолютно не привязанные как-то к реальности, не связанные с реальностью умственной, имеющие никакого практического вывода, практической пользы. Как понимаете философию современные люди. В греческом обществе, конечно же, философия была очень практична в основном шастрах. Но даже там было немало людей, которые отдавались таким бесплодным умствованиям, у которых есть еще много историй в ведическом же каноне. Рассказывает Прабхупада историю про логику как аталаньяя, это означает логика вороны и плода из дерева тал. Тал это такая пальма с очень красивой кроной и острыми листьями. Как раз та самая тал, пальма, которая росла в этом дереве талаван, когда Кришна и Арджуна, Кришна и Баларама с пастушками отправились добывать плоды дерева тал, где жили Динокасура с прочими ослами. И Динокасура как раз олицетворяет такой упрямый материалистичный ум, видимо, недаром, одно с другим связано. Так вот, логика дерева тал заключается, что несколько мудрецов сидели под деревом, философов, и наблюдали, как ворона садится на... Ворона села на ветку дерева тал, на лист, и сразу с этого дерева тал упал плод. Он очень большой, похожий на такой синий пудовый баклажан. Когда он разбивается, возникает, появляется очень сильный аромат, очень приятный. Хотя сам плод по вкусу не очень привлекательный.
Вот ворона села на это дерево и с него пал этот плод, и мудрецы стали спорить. Один сказал, ворона на самом деле села, и потому что, поскольку она поколебала ветку, плод, который созрел к тому времени, отделился и упал. Другой сказал, нет, когда ворона сидела на ветке, плод упал, и она испугалась и взлетела. Третий сказал, на самом деле произошло одновременно, никак не связано с другим. Она одновременно взлетела или села, а он упал. И вот они сидели и спорили. И Прабхупада проводил пример этого спора между ними, это Ньяи Тала, как Тала Ньяи говорится, логика вороны и плода дерева Тала, когда невозможно и не нужно проследовать какую-то причинно-следственную связь между одним и другим. Абсолютно бесплодные размышления об этой философии, которая существует в буддийском обществе, скажем так, бесплодные умствования. Пример. Какие-то еще вопросы есть? Не философские. Похоже, у нас как-то так, может быть, я неосторожно испугал мужскую часть аудитории, что они теперь вопросов не хотят философски задавать. А женская, наверное, полностью удовлетворена комментарием Шрилы Прабхупады. Хорошо, нет вопросов, замечательно. Тогда мы, может, споем Харе Кришна. Спасибо большое, спасибо за ваше внимание. Где наш маэстро с преданной?
Yeah.
Шрила Прабхупада ки. Джай. Самавита Бхакта Вринда ки. Джай. Хари Бол. Махан Прабху ки. Джай. Thank you.